что-то новенькое. Паштет? Вот это сюрприз! Мясной, нежный, вкусный. Такого я никогда не пробовала. Да, вискас умеет. Комедия рассказа Михаила Сигала. Я много чего уже здесь доказал, вот, и много чего умею и знаю. Вот. Заводить противлення. Він зробить, як скажу. В смысле, по жизни? Ну. Це найкращі декорації для його колекції. Ней, кроме меня, еще сын профессор. От него 4 года не слышал. По-другому, нежели там, чем человек родишь. Не знал. Ну, тогда вам нужно было поговорить здесь. Но может сталкиваться ежедневно. Это могут быть... Экран. Морщины не образуются и не происходит преждевременного старения кожи под воздействием прямых солнечных лучей. Вы только посмотрите. Удивительно. Вот это то, что надо. Отлично. Здорово. Тогда отбой. Алло, Варя. Это Лукин беспокоит. Слушай, посмотри, у меня там на столе справа. Игорь Петрович, простите, не могу. Я сейчас в больнице. Что? В больнице? Где ты тоже? Пыталась найти охранника. В агентстве сказали, что он пропал. Я на всякий случай обзвонила все больницы и моргу. Так, ну? Нашла. Несчастный случай. Вчера был найден на улице без документов. Порывом ветра снесло рекламный щит на... Козероги испытывают большое влияние Сатурна. Отсюда целеустремленность, бережливость и мечтательность. Девы больше подвержены воздействию Венеры, поэтому они лишены черствости, остроумны и общительны. А на тельцов Сатурн и Венера влияют примерно одинаково. Поэтому тельцы сильны и темпераментны, окружены любовью и роскошью. Okay.
И этот вес ты держишь до сих пор? Практически, да. Сейчас у меня 47. А рост метр 60. Марин, угу. В общем, зелень готова. И у меня лучок готов. Что делать? Смотря на эту местность, не можешь не думать о том, как она изменилась за миллионы лет. Представьте, что у меня за спиной огромный лес, в котором, возможно, есть реки и озера. И повсюду бродят огромные... Сегодня у меня был такой день. Сегодня я почувствовал жизнь. А сейчас можете почувствовать смерть. Ты будешь говорить? Конечно! Давай поговорим о кандалах. Они превосходны! О. Я хочу секреты кунг-фу. А я хочу твой при... Завтра заставлю. Если у них на свадьбе не будет костюмов, я начну орать и ругаться. Да поняла я, поняла. Сейчас какой-то задоволенный. Добби знову Добби. Сьогодні теж, ну, вже не перший цей момент виникає. Ще раз дивимося. Трохи. Не вмій провокувати. Поєдинок розпочався з Федера м'яч у центрі поля. Улов Фельдберг віддає удар з лівої фланку Ола Тойвана. Але Гузі проти нього, Тойвана грає вперед. Рушимар. Складі збірної України у Люсіга, Мельберга і Ельма по 14 у нас.